Ну как же обойтись в новогодний праздник без селедки под шубой? Ну, селедку под шубой у меня любит очень муж, поэтому я ее постоянно готовлю. Но в том году я готовила, собирала эту селедку под шубой, салат, вот такие вот шоты, стаканы такие из-под виски, для виски. И мне очень понравилось, потому что когда стола стоит в общей тарелке, то кто-то возьмет неаккуратно и получается месиво. А в такие порционные стаканчики все то же самое, те же слои, все то же самое. Только режу я помельче и украшаю. И все. Каждый взял себе стаканчик и съел. Не захотел, не взял. Так что так, в этом году тоже буду собирать в эти стаканы. Первый слой сельди, второй слой лука, третий слой картофель. Потом сверху майонез, срезаем уголочек у пакетика и вот так вот тоненькой струечкой выдавливаем. Следующий слой морковь, следующий слой свекла, следующий слой яйцо, тертое на мелкой терке. Потом майонез и ложечка икры киты. Ну вот так вот это все смотрится. Мне нравится. А вам?